Необходимо найти способ открыть бронедверь. Без тебя вижу. Не лезь тупыми советами. Лучше расскажи про этого Петрова. Как его вычислили? Предатель Петров был раскрыт Михаилом Штокхаузеном и арестован бойцами отряда агентов. А здесь он как оказался? После суда Петрова вернули в комплекс Вавилов в качестве заключенного для дальнейшей работы. Что? Во всем Советском Союзе больше никого не нашлось для этой работы? До запуска коллектива оставались считанные месяцы. Меня с главного инженера не имело смысла. Петров должен был закончить свою работу. Вот его и заставили. Ну и что в нем такого особенного? Виктор Петров, бывший главный инженер секретного отдела Академии последствий, занимался программированием робототехники для сети коллектива 2.0. Ясно. Запись при экстренных случаях. Я программист Вишневская Екатерина Олеговна. На территории комплекса Вавилов произошел инцидент. Роботы начали убивать всех подряд. В настоящее время я нахожусь... Эй, кто там? Они нашли меня. Не подходи, у меня граната. Женщина, я старший сержант Ибрагимов. Я человек. Вам нужно пойти с нами, тут небезопасно. А ну назад, чудовище! Да послушайте вы... Вот здоровье. А, там, за дверью. Проверните дверь. Дверь откроется. Это что еще за хрень? Мужик, держи руку. Держись, держись. Надлежит пройти регулярное еженедельное собеседование в отделе социального контроля. И восстали машины из пепла. Позвольте совет. Ты что, не видишь, я занят? Старайтесь не пропускать мощные атаки робота. Да они все мощные! Атаки, выполняемые роботом в состоянии энергетического всплеска, особенно мощные. Они способны сбивать вас с ног. Твою мать, ты чё сразу-то не сказал? Так меня надолго не хватит. Первая железка чуть на тот свет не отправила. В уничтоженных роботах находится капсула с непремом. Нейрополимерным реанимационным медикаментом. Извлеките ее и используйте для экстренного восстановления повреждений. Майор, будет не лишне собирать прочие ресурсы, встречающиеся на пути. Напоминаю. Ваше снаряжение укомплектовано особым рюкзаком Ярова Абалакова для хранения имеющегося инвентаря.
Он уменьшает предмет, помещаемый внутрь своего пространства, и возвращает его исходный размер в момент извлечения. Угу. Чудеса науки. Фантастика, да и только. Ты зачем это включил, а? Товарищ Муравьева, велено так при вашем появлении. Приказ у меня документировать. Ну так и документируй себе, а меня записывать не надо. Пропусти, говорю, я по делу. И не товарищ я тебе Муравьева, а баба Зина. Не велено вас пропускать, товарищ... баб Зина, но распоряжение сверху, не могу. Чё это? Всю дорогу я тут ходила, а сейчас не велено. Слушай сюда, либо ты меня сейчас пусти, либо я потом пройду, а штаны просиживать здесь уже другой человек будет. Ну? Проходите. Так-то лучше. Свободен. Напоминаем, лабораторное оборудование является собственностью партии. Порча, присвоение и передача оборудования третьим лицам является нарушением закона и преследуется партией. Перчатка. Раз, товарищ майор. Угу. Как вообще этому Петрову удалось взломать коллектив? Предатель действовал не один. Он вступил в сговор с несколькими преступниками. Так их несколько? И где остальные? Успешно нейтрализованы. Но добраться до Петрова без вашей помощи не представляется возможным. Поэтому вы здесь.